каким уважением Анна Тимофеева относится к своему любимцу, слышно даже из имени. Кличут черно-белого красавца не иначе, как Семен Семеновичем. Не было ни одного дня, чтобы пес вышел на соревнования немытым и не причесанным. Статус обязывает. Анна – грумер. Обязательно. Она будет помыта, высушена. То есть, как говорится, в грязь лицо мы ударим только во время соревнований, в прямом смысле. Красивый внешний вид. Мы всегда хотим выглядеть красиво. Всегда наряжаемся перед любыми соревнованиями. Мы приходим чистые, ухоженные и вызываем, как говорится, восторг публики на себя. Не жалко будет грязь-то? Нет, мы потом еще помоемся. 15 препятствий, рукотворных и естественных, еще не построены, поэтому команда МЧС разминается в лесу с крайне неровным ландшафтом. Пробежать лишних десятков кругов для съемок сюжета спасателям ничего не стоит. Не только работа, но еще и непоседливый характер их четвероногих друзей обрекают их на активный образ жизни. Ежедневно тренировки по пересеченной местности. Друзья уговаривали завести хасок, но решили далматинца, потому что от хасок много шерсти. Ну, у нас собака самая лучшая. У владельцев хаски, казалось бы, есть преимущество. Их питомцы занимаются ездовым спортом и понимают команды лево-право. Однако дисциплина у синеглазых пушистиков, мягко говоря, хромает. Они могут резво стартануть, а потом на трассе также уверенно пойти попить воды в озере или искупаться. Все, мы сразу плавать? Пока зарегистрировано только несколько десятков участников, в том числе из других регионов. Организаторы ждут, что количество собак приблизится к 200 тандемов человека и его любимца, в идеале послушного. В разных ситуациях они будут помогать друг другу. То есть где-то человек будет собаке обузой, а где-то собака человеку. И здесь нужна будет помощь. Организатор Надежда Лебедева готова на время поделиться питомцами с потенциальными участниками. Благо, собак у нее много, и они приучены участвовать в соревнованиях. У взрослых собак уже много различных наград. Подрастает и смена. Девочке Шкоде полтора месяца. Уже в следующем апреле она узнает, что такое ездовой спорт. А следующим летом, глядишь, и сама будет рвать когти и конкурентов на таких же соревнованиях. Если все пройдет так, как задумали организаторы, то и зрелищно, и массово, экстремальную гонку с собаками сделают ежегодной. Плюс добавят дисциплины. Например, маршрут для малышей со щенками. А пока трасса едина, 1,5 километра, и условия для всех одинаковые. Участники принимаются любого пола, возраста, с любыми породами собак. Если у вас есть питомец, хась это или не хась, это может быть шпиц, это может быть далматинец, стаффорд. И вы хотите поучаствовать, вы можете прийти и сделать это. Соревнования будут выглядеть таким образом. Трасса 1,5 километра с препятствиями. 15 препятствий. Это вода, это грязь, это где-то надо будет там проползти, перешагнуть, перелезть. Но все будет в рамках дозволенного. То есть для любого абсолютно участника с любой физической подготовкой. То есть это не спортивное мероприятие, но зрелищное, красочное, интересное. Ну, вот в таком формате. Призовой фонд у нас составляет 300 тысяч рублей. В том числе, если будет большое количество участников, на главный приз мы будем приобретать велосипеды. К снаряжению и дресс-коду особенных требований нет. Все и так пройдет массово, красочно и зрелищно. Зрители приглашают в парк «Новые ключи» 28 июля к 11 часам утра. Екатерина Любишева, Вячеслав Шаркунов, Сургут, Интерновости.